Доброго дня, утра или вечера, дорогие друзья! Вы на канале «Дураки на дороге». Данная подборка создана исключительно для понимания и обучения, как не нужно себя вести в той или иной ситуации. Ставь лайк и подписывайся на канал. Приятного просмотра! Да, вон же. Вон тротуар чистый, блядь! Какого по дороге шляп? На такой скорости, на повороте, по таким глубоким лужам. Первый раз за рулем, парень, видимо. С таким вождением странно, что он раньше никуда не въехал. Какие убитые дороги. Интересно, зачем вокруг ям лежит асфальт? Но ролик не об этом. Очередной царек на крузаке считает, что очень важная персона в этом мире. И звуковой сигнал с другой машины его очень обижает. Вот ему надо, а на остальное плевать. Создал аварийную ситуацию, чуть не спровоцировал ДТП. Предыстории никакой не было, просто водитель привык так ездить. Водители повздорили, кто должен проехать первым. У БМВ горела стрелка, а автор разворачивался на свой зеленый. А вот и Мерседес головного мозга на лицо. Круговое движение. Водитель на БМВ решил, что проезд по кругу – это очень долгое мероприятие. На дороге гололед. При повороте автомобиль Ford занесло прямо в припаркованную газель. Пешеходу просто крупно повезло. Можно отмечать второй день рождения. На красный летит, да еще на пешеходном переходе. Потенциальный убийца, если не проанализирует свои действия. Жители Краснодара задержались за плевок в плакат с буквой «З». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В Тюменской области произошло массовое ДТП. Водитель «Шкода Рэпид» не учел безопасную скорость и влетел в «Ладу Ларгус», которая перевозила запасные части. Стоит отметить, что в инциденте небольшие повреждения получил автомобиль Nissan. Сужение полосы. Никто не хотел уступать. Заблудился на кольце и поехал по встречке. Водитель «Жигулей» родился в рубашке. Интересно, чем водитель «Ниссана» за рулем занимался? Но водителю «ВАЗа» стоило знак аварийной остановки выставить. Водитель легковушки с признаками сильного алкогольного опьянения летел как в последний раз. В какой-то момент автомобили впереди встали на светофоре, дожидаясь зеленого.
Смутило ли это ночного гонщика? Да нет, конечно. К-610АА. Настало время, когда призыв подписаться на Telegram – это не просто перегон трафика. Это, возможно, единственный способ оставаться с вами на связи. YouTube отключил показ рекламы жителям России. Так недалеко и до блокировки этой площадки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Telegram. Ссылка также будет в описании. Все новости будут там. Также в случае блокировки YouTube именно в Telegram будут выходить новые видео.